Încă de la vârsta de 10 ani știa exact ce destinație va alege, pentru că încă de atunci făcea muzică. Autorul hitului Destination, DJ Leonid Rudenko, a încins atmosfera în clubul Drive în acest weekend. Cei care au stat în acest weekend cu mintea acasă au ratat un super concert cu un super DJ. În premieră la Chișinău a venit DJ Leonid Rudenko. В Кишиневе я был один раз до этого раза, но я был проездом, поскольку я ехал на съемки клипа в Бухарест, и, по-моему, не было прямых рейсов из Москвы. Если честно, то я сегодня практически весь день спал, мне кажется, я так даже и не проснулся толком. Но у вас очень хорошая погода и очень вкусно. Я даже просыпался сегодня, чтобы покушать, поел и опять лег спать. Мне очень интересно, конечно, проверить, знают ли здесь мои песни. В принципе, это основное мое ожидание. Леонид Руденко a început să se ocupe de muzică încă de pe când avea 10 ani. Vă pare imposibil? Uite că e adevărat. Представляете, сам удивляюсь. Ну да, ходил в музыкальную школу, а потом в 10 лет у меня появился первый компьютер. И тогда я уже с помощью старших друзей, своей сестры, раздобыл какую-то прогу, где можно было что-то делать. Вот так и начал. Насчет диджея не знаю, насчет была ли моя мечта. У меня мечта была всегда заниматься музыкой. Это было... Музыка была моим хобби всегда. Когда я учился в школе или в университете, основное время все равно я уделял музыке. Но мне нравилось и нравится до сих пор больше всего, конечно, писать песни. Но выступление как диджей тоже есть, конечно, свои плюсы, но это абсолютно разные вещи. У тебя есть возможность проверить свой материал самостоятельно и посмотреть, как работают чужие песни, чтобы понимать, какие тенденции, что хорошо работает, что людям нравится, что нравится. Из минусов – сломанный график, надо не спать ночью, поздно ложиться. Modul de viață pe care este nevoit să-l ducă nu este pe plac. Din acest motiv, viața personală are de suferit. Всегда по-разному. Не особо успеваю. Ну, наверное, стоит отметить, я думаю, что вот вообще моя музыка началась с моей первой песни Summer Fish, но, наверное, даже здесь толком никто не знает. Ее играли все диджеи, там Тиесто, Пол Ван Дайк. Iar de felul său nu este un DJ alintat, în comparație cu alții. Был неплохо, чтобы было где поспать, укрыться от ветра и дождя и перекусить под ножным кормом. Leave what you want, you're still leaving. I can't believe what you've done.